Привет-привет! Сегодня опять диетическое блюдо. Покажу вам рулетики с малосольным лососем. Эти рулетики могут быть прекрасным ужином для тех, кто худеет, или для тех, кто придерживается правильного питания. Пробуем! Нам понадобится 2 яйца, малосольный лосось, авокадо, огурец, соль, перец, немного молока. Соль я не использую, это кому надо. И кварк. Я не знаю, как называется у вас. У нас кварк. Это высокопротеиновая альтернатива мягкого сыра и йогурта. Начнем с того, что разогреваем сковородку. Разбиваем сюда 2 яйца. Добавляем молоко, перец и делаем омлет. Если хотите, можете добавить сюда укроп и петрушку. Выливаем яйцо на сковороду. Омлет мы запекаем с обеих сторон. Пока запекается наш омлет с обоих сторон, нарезаем огурцы произвольно, как вы хотите. Какой толщины и длины, это по вашему выбору. Я делаю примерно так. И также произвольно, дольками, нарезаем авокадо. Теперь я намазываю омлет кварком. Если у вас не жирный мягкий сыр, то тоже приветствуется. Теперь выкладываем сюда огурец, лосось, авокадо. Если кому надо, можете посыпать перцем, солью. Мне не надо. Заворачиваем. Такой у нас получился рулетик. Оставляю его минут на 10. Потом разрежу и буду кушать. Ну вот, теперь нарезаю. Выкладываю. Вот и все готово. Пробуйте. Приятного аппетита!